сижу я как-то дома, делать нехуй. Пошел заглянуть в холодильник, может есть что перекусить. Но ничего кроме кефира не было. Ну похуй, выпью-ка я кефирчика. Стоп. Написано, что срок годности истек. Хм-хм, а в принципе похуй. Выпил я этого кефирчика, и было заебись. Но знаете что? Не делайте так. После бурного потока кала из моей жопы, я пошел выпить таблетку от поноса. Ебаный кефирчик, сука. Тут две таблетки. Какую бы выпить? Похуй, выпью оранжевую. По-любому от поноса. Ебать меня вштырило. Что это были за таблетки? После чего я проснулся в больнице с отравлением. Да, вы сильно отравились. Вам надо ампутировать руку. Хорошо, все будет хорошо, я это знаю.